Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Как обычно, по традиции, мы начинаем с тобой с ивента. Давай посмотрим, что на этот раз нам подготовили. Ага. А что этот цветочек у нас тут делает? Один-одинешник, скажи-ка мне на милость. Я его должен защитить или что? Непонятно пока. Ладно. Давай предположим, я поставлю сюда бонг-чой. Да? И вот так вот сделаем. Хм, что они хотят, а? Что им нужно? Правильно, вот так вот их всех. Я еще вот сюда вот поставлю цветок. Пускай он их всех уменьшает. Так, секундочку, а куда это ты газанул, а? Парень, куда ты разогнался? Вот объясни ко мне на милость. Я тебе давал добро. Бежит он там, сломя голову, понимаешь ли. Я вообще сейчас сделаю, знаешь что? Могу, по крайней мере, сделать. Поставить вот сюда вот бонг-чуя и вот так влупить. Всем назло, видишь? Всех отдубасили. И это шикарно. Так, давай. Уменьшили. Другого они, как говорится, не заслужили. Только уменьшать мы их будем. Давай, 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 родные мои. Бомбим по ним. Слушай, довольно легкий ивент на самом деле. Я бы даже сказал, вообще изейший. Ну-ка. Влупляем. Шикарно, шикарно. Подожди-ка, я вот сюда, наверное, поставлю наш бумеранг. Я могу еще позволить себе такую же наглость. Вот и все. Все. Ребята, грубо говоря, это халява. Ну, по-другому это не назвать. Ну что же, тыщенка лишней не бывает. И плюс ко всему мы с тобой открываем две пиньеты. Так, орех, ну это, конечно, не очень радостно. А вот сумрачная катапульта, это хорошо, ребята. Плюс 1000 голды. Я предлагаю вам еще разочек. Кстати, вот что показывает, ребят, когда... А ты заметил, да? Там показали, где золото лежало. Типа целая куча. Можно было бы, типа, туда кликнуть, и все было бы хорошо. Так, друзья мои, я готов. Готовы ли вы? Если да, то скажи громко. Так, секундочку. У нас, оказывается, с тобой тот подсолнух был под ультой. А теперь он, видишь, обычненький. Поэтому фигушки нам с тобой, как говорится, солнечной энергии в огромных количествах. Так, ладно, эти зомбики идут. В принципе, нам пока ничего не страшно. Можем сделать с тобой... Вот так вот. Сюда поставим, наверное, Эндуриана, да? Пускай он там стоит. Бомбит. Причем он неплохо справляется с этими зомби. А вот подсолнухи мои что-то здесь не спешат радовать меня энергией. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Подсолнухи и зомби-то идут? Вот, ну спасибо хоть на этом. Так, давай, бунчу, разбери их там. Всех под запчастям, пожалуйста, этих зомбарей. Я даже не знаю. Блин, что делать? Ну вот, защищай. Так, Эндуриана мы поставим сюда. Мы можем сделать уменьшатор. Отлично. Здесь маленький плевун. Так его назовем. Маленький плевун, потому что он плюется. Так, ну что, с этими разберемся здесь? Да, в принципе, должны разобраться. Давай я еще сюда поставлю бумеранг. Чтобы мне было тут грустно. Еще один подсолнух. Последний с тобой выставим. Ну вот зачем я сюда поставил Эндуриана? Вот скажи мне на милость. Сейчас же Бонг-Чуй не сможет до него доставать. Верно же? Блин, бедолага Бонг-Чуй. Смотри, смотри, смотри. Сейчас... Ух ты, выжил. А я думал, его съедят. Ага. А теперь сделаем с тобой вот так вот. Нормуль. Так, уменьшатор. Бедный Эндуриан, смотри на него. Все, его слопали. Его, друзья мои, слопали. В наглую. А я беру так, хоп, и еще одного выставляю. Так, что-то мне не нравится, что тут у нас, друзья мои, творятся. Вещи какие-то непотребные. Ну-ка, пора зажигать. Зажгли. Давай, давай, давай. Опа, уменьшили все. Я так понимаю, друзья мои, когда мы уменьшаем вот этих вот зомби, именно в размере,
то, соответственно, у них пропадает и мощь, и вся сила ихняя, да? То есть они становятся в разы слабее, чем когда они были большими. Я почему-то думаю, что это именно так все происходит. Ну вот куда ты лезешь, а? Свои клешенки он там достал. Эндурион, ты давай там щеки не надувай. Просто надо было бомбить и все. Ну, как я тебе и говорил, что ивент довольно легкий, но прикольный. Так, сумрачная катапульта. Ага, каменные шипы. И еще тысячоночка у нас капнула на счет. Видишь, вот тут показали, что золото здесь было. Но, как говорится, уже поздно махать руками. И давай-ка мы с тобой теперь глянем, что мы можем сделать. Во-первых, откроем с тобой бесплатно пак на распродаже, который вечно... А он еще не откатился, ребят, поэтому ничего мы с тобой не купим. На хокус-кропус. Или как нам? Хокус-крокус, да? Новое растение здесь появилось. О, давай возьмем. Давай, мне нравится их не прикид, как они выглядят. Два этих подсолнуха. Так, что тут вообще есть интересного? Давай-ка глянем с тобой. Ага. Вот даже как. Ну, я думаю, что липучий рис, или как его назвать, клейкий рис, нам покупать с тобой не стоит, да? А вот растение какое-нибудь мы с тобой приобретем сегодня. И вот какое бы нам с тобой приобрести? Давай, наверное, возьмем с тобой вот этот вот гипногриб. Да? Или виноградину взять? Давай так, в этом месяце мы возьмем с тобой вот этот гриб, а в следующем возьмем тогда виноград. Я вот, честно говоря, не знаю, что делает киви. Ладно, давай, возьмем. Ну вот у нас и появляется грибок. А я могу его, кстати, хоть чуть-чуть прокачать? Или же нет? Так-то он у нас получается первого уровня. А ну-ка. Так, здесь мы с тобой забираем гемы. Так, у нас ивент есть. Вот это хорошо, ребята. Ивент мы сегодня с тобой должны будем пройти. Я думаю, ты не будешь против этого, да? Секунду, я не понял, где мои грибочки-то? Гипногриб, ты куда делся? Покажись. Так, мы его приобрели. Вот он. Слушай, я могу его даже улучшить. То-то и оно. В плане, я еще могу улучшить, что ли? Вау. Солидно. И еще можно улучшить, но у меня, правда, денежек уже нету. Ничего себе, ребята, за все это время я накопил столько грибов. Я больше уверен, что если мы купили бы с тобой яблочную мортиру, я, наверное, ее прокачал бы до уровня 5. Как минимум. Потому что, ну, столько у меня этих яблок. И вот хотелось бы, конечно, получить вот эту вот, ребята, гранатовый, как он там, бомб-гранат. Вообще, мне нравится это растение, прикольное. Но оно открывается только по ивентам. И мне не хватает всего лишь 7, ребята, 7, понимаешь, гранатиков, чтобы открыть. Будем надеяться, что вскоре мы все-таки приобретем его. Так, ну что? У нас сегодня есть событие, да, с тобой? Это хорошо. Так, зайдем-ка на огородик, посмотрим, что у нас там, по-моему, место освободилось. Одно. Угу. И мы с тобой посадим сюда. Понятно. Фасолька, прыгающая фасолька, отлично. Так, а теперь? А теперь-то что? Что у нас с тобой происходит? Ну, на арене я сегодня был, ребята. На арену я заходил. Даже, по-моему, чуть-чуть подрался. Кстати, у нас с тобой сколько там дней осталось до конца? 8 дней, 8 дней. И если я очень хорошо постараюсь, ребята, я могу получить 300 риса. Или сколько тут я риса получу? Нет, это нужно 300 кубков, а 100, наверное, да, 100 риса получу вот этих вот. То есть я больше уверен, что мне хватит его прапать. Там до какого? До 3 уровня, по-моему. Слушай, тут голдишка еще можно разыграть. Слушай, давай мы вначале с тобой попробуем пройти ивент. Попробуем пройти ивент. У нас еще Penny Pursuit, по-моему, я, если не ошибаюсь, обновилась. Нет, ребята. А почему-то, когда на мобиле играл, у меня там уже обновленное вот это все. Погоди-ка секунду. Погоди секунду. Ты знаешь, что я тебе скажу?
Я не знаю, друзья мои, почему это происходит. Но чтобы тебе было понятно, я здесь не играл. Я в этот, в Penny Pursuit только заходил. Я заходил буквально сегодня утром перед работой. Просто зашел, посмотрел, что вот это обновилось. Видел, что здесь можно получить вот этот вот, как его, пиквик или как он там. Короче, перекати поле, я его так назвал. Но я ни разу не играл. А теперь смотри, теперь у меня здесь пройдены уровни. Кто это за меня прошел? Вопрос. Очень интересно. Зашибись, хотел поиграть, а там уже, оказывается, кто-то поиграл за меня. Ладно, друзья мои, тогда мы с вами идем на прохождение ивента. Ивент у нас с тобой есть, так что поехали. Ну, а после ивента можно будет сходить уже, как говорится, и поиграть немножко на арене. Так. Мы с тобой должны защитить наших вот этих зубостизил, да? Угу. Ну что ж, давай попробуем. Так, эти идут. Эти идут. Ну что, будем выпускать? Капельки зачем-то нам тут. Ну, предположим, я поставлю сюда эту капельку. Так, выпал нам росточек с тобой. Ну, сюда, предположим, я поставлю капельку. Что мне это даст, я не знаю, ребят. Да иди ты, зомбариха, вот достала уже. Идет и идет. Так, этого мне и подбить-то нечем. А что это он замер? Странный малый. Ну, все, подбили мы его. Блин, ну вы куда-то не туда, ребята. Вы должны вот, вот так вот их сталкивать. Капелька будет замораживать только одного. Учти. Ну, предположим. Блин, я на самом деле не люблю вот это вот перекати поле. От него толку вообще мало, ребят. Ну что, ну что, вот, ну ерундой занимается, согласись. Не нравится она мне. Сейчас будет целая куча зомбарей. Как я тут с ними? Ну ладно, этот съест еще там, переработает, пережует его. Но волн-то здесь будет еще дофигище. Так, этого еще не хватало. С флагом он идет. С флагом идет, значит, соответственно, зомби ускоряются. Так, куда ты там бежишь? Окей, так, этого нужно быстренько нахлобучить. Окей. Так, кто у нас там еще? Этот подошел слишком близко. Теперь здесь. Не-не-не-не-не, даже не думай. Так, тут поставим капельку. Самое обидное, что волна еще будет. Это далеко не конец. Блин, этот просто пролетает через все. Смотри. Вот, вот здесь нормально. Здесь получилось очень хорошо. Совсем другое дело, ребят. Вот, вот так вот это все и должно у нас быть. Так, сюда капельку поставим с тобой. А там у нас под удобрением идет, да, зомби? Ну так ты его еще подбей сначала, этого зомби, под удобрением. Как-то они так вдвоем пошли, я не понял, ребята. Я одного запускал, а почему-то вылетело сразу два перекати поля из одного. Что делают пляжницы здесь, а? Это же вот зомби с пляжа. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Подожди, капельки это понятно. Вы мне давайте вот этих вот, да-да-да. Ты посмотри, что делает, а? Ты посмотри, что делает. Ой-ой-ой-ой-ой. Съели, да? Блин. Так, предположим, вот если вот эту сейчас мы с тобой не подобьем, это будет печалька. Почему? Хотя все хорошо, друзья мои. Все очень хорошо. Успеваем мы этих переработать. Получили удобряшку, а это можно так сделать. Вот и все.
Ну что же, ладно, первые с тобой испытания мы и прошли. Впереди еще у нас 4. Так что двигаемся. Поехали. И везде у нас будут вот эти вот перекати-поле. О, тут с пиратиками. Тут с пиратиками. Так, давай. Орехи, естественно, сюда. Такой бородач-усач. Ну куда ты, куда ты вот? Ну вот зачем я это сделал? Хотя нет, нормально. Так. Готов, парень. А этот упадет в воду. О, подожди-ка, я думал, что ты в воду упадешь. А почему я просчитался? Хм. Чудесно просто. Я думал, что он упадет, ребят. Куда вы там? На. Тихо-тихо-тихо, подожди. Так, минусанули. Куда ты, мелкий, сюда прыгаешь, а? Тебе сюда вообще звали, нет? Воу, 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 там еще и летучки. Не, ну так дело не пойдет, ребят. Так дело не пойдет, я на это не подписывался. Блин. Вот здесь их много. Сталкиваем, сталкиваем их. Пушка, давай, бомби. Нормуль. Так, что я могу сделать? Да вот так вот сделать можно. Замечательно. Так, еще одна удобряшка нам прикатила. Сделаем вот так. Воу. Сразу там несколько пушек забомбили. Четенько. Четче некуда, согласись. Сюда еще кокос уставим. Бумс. Ну что, остается вот это вот только лишь пушка. Сейчас бы нам только с тобой вот этого пробудить. И можно, в принципе, наказывать. Все, ребят. Ну что я тебе скажу. Второй уровень тоже был не особо сильный. И мы с тобой прошли, как ты видишь. Ведь прошли же. Стоп, ребята. Только не говорите, что игра... Фу, я уже думал, глюкануло вот из-за этого чувачка, который не утонул. Видишь, что он там был? Так, все прекрасно. Ну что же, переходим с тобой на третий бой. Угу. Вперед из песней. Кто нам на этот раз с тобой попадется? Ё-моё. Это Дикий Запад. Это Дикий Запад. Там будет Гаргантюа. Во всей своей красе. А вот для чего мне дали вот это вот? Ага. Нет, ну я все-таки мортирку вот сюда поставлю. Мортирку. Блин, яблочную мортиру. Ребята, мы с вами, может быть, в следующем... Кстати, пишите в комментариях, кого вы хотите, чтобы я в следующем месяце открыл. Какое растение? Так. Воу. А я так понимаю, он насовсем, да, этот стал пенек таким синим пламенем. Это классно, на самом деле. Так, зомби, вали отсюда. Присосался, понимаешь ли. Идет, идет в ногу. Ты посмотри на него, а. Хлыщ. Вот. Сейчас мы тут, ребят, с вами быстренько разберемся со всеми. У меня эти три стрелы и так неплохо прокачаны, в принципе. Так, плюс еще через вот этот пенек. Все, ой-ой-ой. Гаргантюа, ребят, идет. Хорошо, что вот эти вот яблочные мортиры, они все-таки по чуть-чуть, но стопорят врага. Это даже можно увидеть, заметить. А теперь смотри, что я сделаю. Красиво, да? Но Гаргантюа выжил. Чтоб его, а? Чтоб его, я тебе еще раз говорю. Выжил он. Ну-ка. Ты посмотри, посмотри, посмотри. Своих мелких хлыщей сюда бросает. А почему только один пенек? Я понял, ребята, для чего нужен был здесь пенек. Этот пенек надо было ставить не так, как я сделал, а вот именно сюда, и вот так вот регулировать. Ну, я этого не знал, так что... Это простительно. Влупляем. И все, и прошли. Фе, нормуль.
Так, забираем с тобой монетки и двигаемся дальше. У нас остается всего лишь два поединка с тобой, да? Это четвертый и пятый. Получим пиньяту. А потом на аренке, если у нас все хорошо с тобой получится, мы получим 3000 голды и плюс там пиньятушка будет. Так, смотри-ка, прям как в бильярде выставили. Ух ты! А зачем мне двоих дали, я что-то не могу понять. Так, давай вот этого выставлять. Он нам даст солнечной энергии целую кучу. Немножко, честно говоря, не понял. Ну, блин, для чего этот-то мне сюда? Ну, давай. Ну, и все, что он сделал. Стрельнул, и все, и хорош на этом, да? Эй, могилы вот эти вот свои. Блин. А, вот что, понял. Это, ребята, имитатор у нас получается. Это у нас был с тобой имитатор. Ну ладно, давай бомбить. Раз уж он так хочет. Блин, а врагов-то все равно как-то многовато, если честно. Давай, наверное, сюда выставим с тобой. Пещерный, ты вот куда ты идешь, а? Вот скажи мне на милость, куда ты, вот куда ты бежишь? Всех сдуваем отсюда. Так, ну-ка, блин, бомбим. Давай. Не знаю, зачем, но надо. Берем. Так, я не могу, да, ничего с этим сделать? Давай хотя бы лаву, лаву, что ли, блин, я не знаю. Ту усилим. Или как это назвать, не знаю, ребят. Мощным его сделаем. Ты посмотри. Так, лава, лаву, жги. Трындец, а тут-то что теперь делать? Блин, где солнечная энергия вся? Эй! Ну вы зашибись, блин. Ладно, хорошо. Этих сейчас раздавим. Ну этих тогда, получается, тоже раздавим. Но я хотел идеально пройти. Солнечная энергия меня подвела. Вот и все. Вот и все. Еще эти хлыщи тут свои надгробия разбросали везде. Тоже не очень хорошо получилось. Ну, вот видишь, опять. Вот опять проблема с этой солнечной энергией, ребят. Все, сдули. То есть две газонокосилки. Или подожди, сколько? Одну газонокосилку мы с тобой все-таки профейлили. Ну, это не самый плохой вариант, согласись. Ну что, друзья, еще один поединок, последний. Я готов. Надеюсь, он будет такой же легкий, как и первый, второй, третий, четвертый. Ой-ой-ой. Так. А, тут я сам должен добрать, да? Ну, как всегда, начинается выбор. Значит так, ребят, если у нас здесь заморозка и все тому подобное, нужно брать огненных, чтобы растопить. Чтобы растопить тот самый лед. Я думаю, ты со мной согласишься, да? Возьмем с тобой вот так, наверное. И кто у нас еще там из огненных-то есть? Картошка, но я ее брать не буду. Вот, наверное. Нет, зачем? Снапдрагона взять, может быть. Он огненный, но у нас еще есть огненные катапульты. Вот они. Попробуем. О, тут и гипногрипп этот дали мне, прикинь. Так, делаем что с тобой? Эти будут у нас добывать энергию. Пенек. Пенек нам нужен ли нам? В данный момент не нужен вообще. Забираем с тобой энергию. Так, пенек. Давай сюда. Естественно, мины. Куда мы? Без мин с тобой, да? Предположим, так, по-моему, пора, ребята, мяту врубать огненную. О, вы серьезно?
Тут еще, оказывается, и вот это будет. Дело дрянь тогда. Дело тогда дрянь. Так, ладно. Я не знаю, попробуем что-нибудь с этим придумать. Ух ты, а ты понял, что когда через огонь выпускаем вот эту штуку? Посмотри. Блин, сейчас не видно было. Где пенек? Вот, смотри. Она становится огненным. Это перекати поле становится огненным. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ну-ка. Ух. Что тут, друзья мои, творится? Ты посмотри. Жесть какая-то. Ах ты, смотри, что творит. Они тут стопорят. Блин. И как быть? Ай-яй-яй. Ребят, тут он, вот тут вот проходит. Это, конечно, пытается что-то сделать, но, по-моему, ничего не выйдет. Ну-ка. Ох-хо-хо, еще этого подтолкнули. Видишь, гаргантюаха тут. Как бы мы его толкнули чуть-чуть назад. Так, пытаемся дальше с тобой сопротивляться всему этому хаосу. Ах ты, это все, ребят, дракон. Давай-ка вот так вот сделаем с тобой. Достал он тут уже, этот гаргантюа. И сейчас вот здесь будут пинать еще, да? А, нет, все, ребят. Гриб его загипнотизировал, и он пошел в обратную сторону. Все, получаем с тобой награды. Что у нас в этой пиньяте прячется? Покажите мне. Так, 10 чертополоха. Это уже радует. 10 костяных шипов. Тоже близко к прокачке. Так, 10 картошки. Огненной, ну или как-то горячей. Лазербин, тоже 10 штук. Угу. И перекати поле. Все, да, ребята? Отлично. Ну что же, ивент мне понравился, не такой сложный был и прогрессивный. Так, у нас с тобой есть немножечко финансов. Можем, наверное, что-то прокачать. Сколько там, 5000 есть? Нету 5000, да? А значит, нам нужно с тобой идти все-таки на арену. Да, ребята. Ну что же, давай сходим на арену. Правда, там... придется, наверное, посмотреть немножко рекламки мне, потому что перчаток нету. Перчаток нету, да? Ну что же, увидимся тогда чуть-чуть попозже. Ну что, друзья мои, я получил 4 перчатки, поэтому сразу же приступаю к бою. Первое место вряд ли я получу, но, возможно, 4-5 так точно у меня будет. Киато. Вот даже как. Блин, а условия что, не поменялись? Поменялись. Поменялись только в том случае, что у нас теперь все растения под ультой. Хм. Так, ладно, давай подумаем. Тут у нас гаргантюа. Так, угу. Зомби с бочками. Слушай, как мы в тот раз с ними справлялись, а? Ты не помнишь? Давай я возьму, наверное, электрический. Так, помимо этого, рис. Рисовую возьмем, ребят, точно. Я не знаю, возьмем, наверное, вот этот вот еще. Тут вроде бы нам нужно будет с тобой что еще? А, вот, можно уменьшатор взять, кстати. Зачем нам уменьшатор, скажи-ка мне на милость. Сам не знаю. Нужен ли он нам вообще здесь. Блин, вот как мне хочется вот этот вот взрывной, ребята, орех, а? Кто бы только знал. Я не знаю, ну давай возьмем с тобой вот так вот. Два подсолнуха еще. Как ты думаешь? Норм, не норм, я тоже фиг знает, ребят. Поехали. Будем разбираться уже в процессе дела. Ну, во-первых, мы с тобой сейчас... А, мины уже у нас тоже под ультой. Мины у нас с тобой под ультой, поэтому нам выгоднее, естественно, выставлять все это. Ну что, что, что там забринчало опять пугало огородное? На-ка, получи сразу и распишись. Так, подсолнухи. А, какие они веселенькие у нас. Рис. Это хорошо, ребята. Естественно, сразу с тобой ставим мины. Подсолнухи круто выглядят. В очках такие классные. Очки и все подобное, да? Так, я не знаю. Давай еще, наверное, подсолнух призовем с тобой. Ох,
А что это мы так с тобой проигрываем нашему оппоненту? Можно мне вопросик, почему мы так с тобой сдуваемся, фейлимся, а? Прям на пустом месте, нифига он там стартанул. Может быть, я что-то неправильно делаю? Ну, вроде бы убиваю всех, кого вижу. В чем проблема, а? Почему фейлимся? Не понимаю. Задержек вроде бы никаких нет. Нифига себе, он как меня уже переплюнул. Давай попробуем отыграться на минах. На картофельных, ребята, минах. И пока другого варианта я не вижу. Да хоть ты меня тут что делай, ребята, я не пойму. Я не могу его обыграть. Я не могу обыграть его. Я прибавляю соточку, он прибавляет 200. Как это может быть? За счет чего? Да, понятное дело, ребят, за счет того, с какой интенсивностью на нас нападают зомби. Ну, если нету здесь зомбарей, если мне некого бомбить, что я тут сделаю? Согласись. Да ничего я не сделаю здесь. Ладно, благо у нас с тобой что есть? Ну, конечно же, у нас с тобой есть гемы, поэтому... За счет гемов мы с тобой этот, как говорится, сфейленный акт переиграем. Единственное, что перчатки мы с тобой потеряем. Ну, ты посмотри, я его настигаю, он все время на 200 от меня отрывается. Не знаю, как быть. Просто не знаю. Все вроде бы. И взрывы, все идеально, да, происходит. А вот не идет, а хоть ты тут тресни. Ну, сам смотри, все, все по чесноку. Раскромсон идет полнейший. В некоторых местах даже можно целенаправленно, что ли, сфейлиться так. Ну, проиграть, что ли, маленечко. Чуть-чуть. Не знаю, ребят. Видишь, все равно он на соточку меня опережает. А время 15 секунд всего лишь-то. Блин, ну чуть-чуть не хватит, да? Буквально чуткарика нам с тобой не хватит, чтобы выиграть. И это обидно. Обидно, ребята, мы проиграли буквально всего лишь 100 очков. Да? 100 тысяч очков. Ну и что тут у него? Не знаю, ребят. Ну, если только за счет урона, и все. А так, ничего в нем выдающегося не было в его команде, в его колоде. Абсолютно. Но, тем не менее, на 100 тысяч он меня все-таки перегнал. Хотя, ребята, у него растения были прокачаны намного лучше, чем у меня. Так, ну что, я, наверное, повторю. Только действительно здесь, наверное, лучше взять солнечный гриб. Потому что он сразу под ультой, сразу становится крупным. И, наверное, вот здесь мы поставим с тобой вот эту мину. Так, подожди. Так. И вот так, поехали. Сейчас посмотрим. Let's rock. Естественно, грибы. Он сразу вырастает, сразу же дает нам много энергии. Это как бы неплохой такой задел. Так, рис пошел. Рис пошел. Мины пошли. Опять у меня зомби нифига не идут. Да что за дела-то, блин? Меня опять на сотку уже, ребята, опережают. Может быть, не надо рис брать, который тормозит как бы все это дело? Или что? Или что не так опять? Ладно, пока поборемся. Пока поборемся, а там уже будет видно, что так, что не так. Ну вот, и вот я об этом тебе и говорил. Что у меня? Блин, у меня слишком много удобрений. Так, забираем.
выставляем. Я просто не хотел бы еще, ребята, раз сфейлиться, вот серьезно тебе говорю. И не то, что мне жалко гемов, мне жалко просто перчатки. Вот и все. Ну и что тут у нас? Опять мы с тобой, да, на сотку фейлимся. Как будто вот специально делает все это игра. Такие, знаешь, там фигушки ты типа пройдешь. Может быть, надо было здесь взрывную мяту брать? Ну, как вариант. Взрывная мята бы, наверное, хорошо бы нам тут помогла бы. В принципе-то, да? Вон, там целая куча, блин. Бомби кого хочешь, сколько хочешь. Так, что у нас тут с тобой выпадает? Мне нужна мина. Есть контакт, мина пошла. Вторая тоже пошла. Давай сделаем вот так. Еще. Немножечко ребята вроде оторвались. Чуть-чуть от нашего оппонента. Но я тебе сразу скажу, расслабляться еще рано. Так, шикарно. Выставляем сюда. И сразу же еще делаем дубль на нашу мину. То, что Гаргантюн сюда пришел, это, конечно, плохо. Что у нас там, ребята? Мы пока ведем, да, по очкам. Да, небольшой опять отрыв у нас с тобой получился. Вон, смотри, как было бы прикольно, если бы у нас еще была бы с тобой взрывная лоза. Когда-то в свое время я, ребята, это все упустил. И взрывной орех, и лозу эту, но тем не менее. Так, ребята, 3000 голды мы получили, а на следующем поединке будет разыгрываться уже что? Пиньяты, 3 штуки. У нас с тобой 3 перчатки. Так что, поехали. Уже 5-е место я занимаю. Но радоваться, ты сам понимаешь, рано. Потому что это еще самое начало. Мы воюем против Джесс. Я думаю, что эта колода, которая у нас сейчас была, она более-менее оптимальная. Единственное, что вот... Нет, я оставлю. Хотел, думал взять взрывную мяту. А потом подумал, она... У нее слишком долго откат идет, у взрывной мяты. Нам с тобой выгоднее все-таки просто иметь две вот эти вот картофельные мины. От них будет больше толку. Это уж я тебе гарантирую. Так, куда вы там прете, олухи? Ну, куда вы там прете, я не могу понять. Что-то там шуршат, что-то выпендриваются, не пойму я. Что-то там хотят из себя вообразить. Так, ну что, мы можем с тобой сделать следующий варик. Как я обычно люблю делать вот таким вот образом. Все тут заклепать. Все тут заминировать. Естественно, ребят. Как же без заминирования. Все пока идет крутенько. Все взрывается, все бумкает. Обожаю запах пороха по утрам. А зомби, наверное, его ненавидят. Но мне плевать на них, этих зомбарей. Мы натерпелись с тобой, да? От этих зомби. Тем более, которые толкают игровые автоматы. Вообще уже оборзели. Так, скоро побегут курицы, поэтому надо будет парочку, наверное, вот этих поставить. Электрических. Так, слушай, что-то у нас, по-моему, тут... А что мины-то? Где мои мины, ребят? Мины заканчиваются. Срочно надо разбрасывать мины. Да тут ее влепить-то. И влепить-то некуда. Так, идет, ребят, прожим. Идет прожим. Я тоже сдаваться не собираюсь. Под ихним гнетом, натиском. Нафиг это нужно. А вот уже и курицы, ребята, бегут. Так что надо, ребята, ставить... Электрический горохострел. Чтобы куры нас тут не подбили. Ну, естественно, мины. Мины, еще раз мины. Так, что у нас там? Отрыв идет неплохой. Кстати, уже, ребята, неплохой отрыв. Это мне нравится. На 400 тысяч очей. Но радоваться еще пока рано. Пока очень рано радоваться. Потому что тут уже Гаргантюа еще приперся. Есть мина хорошая у меня? Блин, нету. Вот
Вот ее придется вставлять и дублировать. Плюс рис. Плюс рис. Так. Еще мину под ноги ему, естественно, ребят. Под ноги гаргантюахи этому. Ох, не заметил. Так, 10 секунд, смотрим, ребят, отрыв. Какой идет отрыв? Ну, в принципе, отрыв идет неплохой. На 300 тысяч. Я считаю, что это нормальный отрывчик. И мы побеждаем. Так, ну что, на 10 тысяч отрыв, ребята. О, он брал имитатор себе. Слушай, кстати, вот это тоже неплохая вещь, да, имитатор. Если брать, тьфу-тьфу-тьфу, то есть по две мины выставлять. Круто. Ну, мы с тобой зарабатываем 3 пиньяты. Ну и, конечно же, смотрим, что в них нам достается. Так, редиска. Редиска тоже там готова скоро уже прокачаться. Так, горохострел. И последний, ну, тоже кучка горохострелов. Стручковый горох, да? Ну, смотри, у нас с тобой есть вариант какой? Заработать 6 конфет и 8 пиньят. Для этого нам понадобятся две перчатки, которые у нас с тобой есть. Но это без расчета фейла. Если мы с тобой проиграем, нам уже не хватит. Так что давай рисковать. Плей. Си, ё-моё. Сейчас попробуем его разорвать. Колоду менять не буду, оставлю как есть. Она вроде бы неплохая. Так, вон они, курятники. Тут можно, конечно, взять вот эту вот каплю. Каплю. Она бы замораживала всех куриц бы, она сразу убивала бы. Но нет. Сколько раз мы с тобой, да? Что-то изобретали, изобретали и только потом фейлились. Так, уже идут зомби с игровыми автоматами. Уже бегут, уже шпарят, так скажем. Сделаем с тобой небольшой задел. Так сказать, на перспективку. Бомбим, бомбим. Так, выставляем сюда. Так, ну все, с грибами мы с тобой пока закончили. Грибы нам больше здесь пока не понадобятся. Нам понадобится рис. Нам понадобятся мины. Мин нам здесь понадобится много. Так, электрический сюда поставим, потому что рано или поздно курицы побегут от них. Никуда ты не денешься. Так, вот здесь мне что-то не нравится, как наверху идут дела у нас. Где мина? Вот она. Давай-ка мы ее продублируем. Вот так. Все, да? Ну, противник не сдается, ребята. Прям вот тютелька в тютельку идет. Прям по пятам. Хм. Действительно, прям по пятам идет. Интересно. Так, давай вот так сделаем. Хорошо, сейчас взорвалось. Очень хорошо, мне понравилось. Не успел, да, сделать дубль. А вот так, если. О, внизу, смотри-ка там. Шаланды полные кефали. Ползут там, понимаешь ли. Ну что, грибы стараются. Где там эти курятники? Должны уже выйти. Я вижу, гаргантюахи вышли. Гаргантюахи, друзья мои, вышли. Воу-воу-воу-воу. Сразу же, вот как только появляются вот эти, ребята, могилки, сразу начинается какой-то трешак. Так, где у меня там? Давай, наверное, вот так сделаем все-таки. Так, и еще вот так вот. Враг не хочет сдаваться, вот хоть ты тресни, ребят. Не хочет сдаваться, и все. Идет прям, ну прям вот по пятам. Этот гаргантюан, ну просто не угомонится. Смотри, смотри, что он делает. Что он вытворяет. Я уже ему под ноги столько этих мин набросал, и все равно ему по барабану. И наверху, смотри, ползет шитик. Он, да-да-да, вот здесь вот.
О, так мы с тобой еще и фейлимся. Еще и проиграли. Еще и проиграли на 50 тысяч. Это как так? Вот, ребят, не надо мне свистеть, что вот такой вот командой он выиграл. Нет. Такой командой он выиграть вообще не мог. Просто не мог, поверь. Эта игра уже специально тут начинает запарывать. Не видать нам с тобой 8 пинята, но хотя бы конфет сорвем. Надеюсь, что сорвем. Трындец. Ты видел, что там? Полная чушь, ребят. У меня команда в разы сильнее, чем у него была, и фейл. Причем вырвался он где-то там в конце, в самом. Трындец, да, конечно. Игра полна сюрпризов. Ладно, что ж поделаешь, ребят. Ну, это сделано специально, чтобы ты тратил свои гемы, поверь мне. Я уже неоднократно замечал, что какие-то фуфловые команды, вообще, у которых там первого-второго уровня, они не могут выиграть у тебя. Но это же все-таки бот играет, это не нереальный противник. Поэтому как боту захочется, так все и будет. Поверь. Так, ладно. Будем драться, бороться. У нас все равно выбора с тобой нету. Вообще никакого. Видишь, уже, ребята, уже опять фейлимся. Ну, почему? Вроде никого не пропускаем, всех бомбим. И все равно фейл за фейлом. Это, конечно, очень сильно угнетает, убивает и расстраивает. У него уже 220, там, 228 тысяч. Что он там делает? Я его ума не приложу. Что можно сделать, чтобы вот так вот оторваться? Не знаю, ребят. Да, а, ёлки-палки, я думаю, что, в чем проблема-то? Понял. Заминировал там все к ядрене фени. Как-то зомби, как-то вот в тот раз зомби шли просто толпой. Сейчас вообще по одному. Что это такое? Ну, что это за бред? Я не знаю. Бомбим молниями всем, чем только можем. Я вот этих высаживаю. Сейчас еще эти могилы тут должны появиться. С минуты на минуту. Все тут минами запланил. Взрывы практически через каждую секунду происходят. И все равно, ну, сейчас немножко оторвались. Совсем чуть-чуть. На 100 тысяч, но я тебе скажу, это преимущество фигня полная. Это преимущество полная фигня. Господи, ты посмотри, что творится. Просто полюбуйся. Так, давай. Рис отжигай. Хе-хе-хе. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Стопы, 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 ребята. Что вы творите? Да, тут что-то как-то... Уж вообще. Прям давят меня здесь в нагляк. Давай вот так вот сделаем и попробуем прям под ним еще мину взорвать. И по барабану, да? И по барабану, но... В любом случае, победа здесь, конечно, за нами. Что у него тут за команда? 15 уровня, Бонг Чой. Ты можете представить? 15 уровня. Его одного ставишь, он просто один здесь может разобраться со всеми. А если его еще и под ультой влепить, ребят, это трэш. Блин, жалко, конечно, что не хватило нам с тобой всего лишь одной перчатки для 8 пиньят. Но зато я на третьем месте, это пока. Ну что, дорогие друзья, наверное, мы будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!